Нелли, прежде всего, хочу тебя поздравить с чемпионством. Расскажи, какие эмоции? Какие эмоции? Эмоции крутые, вообще классно. И это очень такое событие в жизни не каждый раз происходит, не каждый день. И очень, очень рада, очень счастлива, что в моей жизни появились сразу и золото, и кубок, и суперкубок. Это очень... Просто у меня нет эмоций, ну, как бы, не то, что нет эмоций, мне не передать эти эмоции. В моей душе очень, полыхает, вот, и я очень счастлива. В квартире еще остались полки для новых наград? На самом деле, нужно найти, кстати, еще одну полочку. На самом деле, очень много медалей, и вот, я же до футбола еще занималась спортом. Разными видами. Поэтому надо подготовить еще одну полочку. Вот это настроение твое и наверняка твоих подруг по Локомотиву, оно поможет вам еще лучше сыграть с Мальтой и с Боснией? Ну, конечно, это уже другой, как бы другой этап сборная. Да? Здесь более ответственные игры и хочется попасть на чемпионат мира. Конечно, все пройти, все матчи выиграть, достойно выступить. Вот, и я думаю, что никто не расслабился. Все прекрасно понимают, что впереди ответственные матчи, и мы готовы выигрывать, побеждать и попасть на чемпионат мира. Девчонки из «Зенита» не обижены на вас, что вы кубка их лишили и выиграли в чемпионате недавно? Ну, я не знаю, мне лично никто об этом не говорил. Вот. И обсуждение, как бы, ну, это футбол. Здесь кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, поэтому у «Зенита» все впереди, как говорится, команда набирает ход, обороты, и как бы следующий чемпионат в следующем году, я думаю, что он будет намного интереснее, и это радует, что как бы будет более, наверное, сильнее команды, профессиональнее, и плюс появляются легионеры, поэтому я думаю, что у всех все впереди, как говорится, поборемся еще и в следующем году. То есть вы в сборной особо не обсуждаете клубные дела, да? Нет, никаких. То есть просто подошли, поздравили. Поздравляем, молодцы. И как бы все. Цель на матч с Мальтой и с Боснией и Герцеговиной. Сколько очков? Ну, конечно, забрать все 6 очков и забить как можно больше голов. Изучали уже, наверное, Мальту как соперник? Есть игроки, которых стоит взять во внимание, и отметили их. Вот. Соперник, как сказал тренер, может попортить настроение. Но я думаю, что мы этого не допустим, во-первых. И во-вторых, мы забьем как можно больше голов и заберем все эти 6 очков. Я в этом просто уверена.